Народный художник России Владимир Рузин стоял у истоков высшего художественно-графического образования в Владимирской области, был профессором кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Владимирского государственного университета. На выставке, организованной в память о творце, представлено 35 работ мастера. В разное время он подарил их Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Среди них черно-белые и цветные картины, выполненные пастелью и масляными красками. Также на экспозиции представлены фотографии, на которых мастер изображен за мольбертом в своей мастерской и в кругу друзей. Большим другом Владимир Иванович был и для Владимира Суздальского музея-заповедника. Он всегда поддерживал проекты музея и с удовольствием в них участвовал. Поэтому, узнав об его уходе из жизни, руководство Владимира Суздальского музея-заповедника приняло решение организовать выставку его памяти. Он ушел, но очень много оставил в нашем музейном сердце. Он оставил нам рыжего кота на фоне старой аптеки. Он оставил нам мальчика с соломенными волосами на коне, чаек Ларошели, облака над старым деревянным домом у водонапорной башни. Официальное открытие выставки памяти мастера и друга состоится завтра, 25 июля, а продлится она до 13 сентября. Вход на выставку свободный.